Всем привет! 2020 год, город Ташкент, всемирная эпидемия. Вот решил на память себе сохранить. Сейчас иду с базара домой, затарился фруктами. Короче, ситуация такая интересная, первый раз в жизни. Первый раз такое, наверное, происходит в Ташкенте, что все ходят в масках, все закрыто. Очень интересно, конечно, когда это все закончится. Потому что жизнь остановилась в городе, практически никто не работает, все сидят дома. На улицу можно выходить в редких случаях, только за продуктами или выкинуть мусор, как это бы смешно не звучало. В общем, вот так, сейчас идет дождь, уже второй день у нас. Но не холодно, погода классная, свежая. Очень жаль, конечно, что эпидемия, потому что такую погоду в Ташкенте можно гулять просто часами. Ну, кто смотрит это видео в настоящее время, будьте здоровы. Вот, всего хорошего. Спасибо за просмотр.